boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это Assassin's Creed Odyssey. Кто смотрел прошлую серию, тот знает, что у нас не получилось попасть вот в это вот помещение, заграждение, загончик, вагончик, хуйгончик, не знаю, как это назвать. В общем, то место, где обитает Медуза Горгона. И почему? А потому что... нужен квест. Без квеста мы ничего не можем. Я, кстати, даже немножко подготовился. Сейчас вот на телефоне, сейчас я загружу, открывал. Так, окей. Чтобы найти и победить Медузу, необходимо выполнить следующие квесты. Во спасение любви, раз. Темная сторона любви, два. Скользкое дело, три. Непростая охота, четыре. Тяжелое копье, пять. Ключ к счастью, шесть. Великий ужас, семь. Семь, сука, квестов. Семь квестов. Но я предлагаю вам не тянуть и начать... с самого начала. Вроде как один из другого вытекает, поэтому поехали. Начните с Лесбоса в городе Эресос. Бегите к вершине холма, где подстрекатель кричит на молодую женщину. Поговорите с ней. Вершина холма... это где? Где-где-где? А, все понял. Все понял. Так, это все лишнее. Закройся, блядь. Ну, сука. Так, все. Короче, нам нужно гнать с вами вот сюда. Вот, во спасение любви. Сын раба... Бля, я чуть не прочитал, сын собаки, бля. Окей, вот сюда, во спасение любви. Го. И вроде как с этого квеста начнется еще одна череда квестов, и мы с вами... выйдем все-таки на эту медузу. В этой серии будет медуза, 100%. Я не знаю, сколько серий получится, час, полтора, но мы найдем эту медузу, и мы ее ебнем. Ну, потому что прошлая серия у нас получилась покороче, и, по сути, мы ничего с ней не сделали. Хотя хотели. А, ну мы убили только культиста в основном. Ну, все, это все, что мы сделали. Но я считаю, что это мало, и поэтому я должен компенсировать в этой серии. Кто смотрит Одиссею, будет только рады. Так что не переживайте, ребята. В этой... если сейчас на превью стоит медуза, значит, мы медузу ёбнули. Она зло воплотит. Мистия! Боги слышат. Помоги мне! Молчи, змея. Что такое? Мы воздадим этому чудовищу по заслугам. Они все сошли с ума. Думают, что я принесла Лигею в жертву твари из леса. А ну, прикуси язык. Она точно в сговоре с великим ужасом. Она напугана. Прошу, Лигею забрали. Если умру, кто спасет ее? Я спасу Лигею и убью любое чудище на пути. Что ты такое говоришь? Она приведет тебя к застывшему храму, к смерти. Если этот ужас схватил Лигею живой, нужно спешить. За мной. Осторожно. Этими людьми движет страх. Она пойдет со мной. Не стойте у нас на пути. Она околдовала тебя, Мистия. Слушайте, мы должны спасти город. А чужаки должны умереть. Спрячься в храме. Я разберусь. Чего? 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 Минус. Так, подождите-ка, чё-то как ты из-за огня, блядь, в огонь. Ну. Ну. Блядь. Обожаю эти приемчики. О, украсть. Ты спасена.
Я? Мне нет до себя дела, Мистия. Я хочу еще раз взглянуть Лигее в глаза. Даже если умру. Понимаю. Понимаю. Любовь может погубить всех. Но она стоит. Я давно приготовила монету для Харона. Я готова. Знаешь, я не могу называть тебя просто ты. Меня зовут Брис. Кассандра. Хорошо, что не Борис. Лигея ждет меня, Кассандра. Будь я в плену, мне бы не пришлось ждать ее. Не будем ее подводить. Куда идти? Святилище. В руинах ужаса в окаменевшей долине. И ты удивилась, что ее похитили? Здесь опасно. Нужно покинуть город. Возвращайся. Иди сюда. Вообще ништяк. Можно ничего не нажимать. Сама бежит. Ну чё, ребята, короче, мы нашли этот квест, мы его начали делать. И я считаю, что мы в этой серии должны успеть с вами сделать медузу, по крайней мере. В следующей серии последний артефакт сделаем, и получается уже... То есть... Через серию... Примерно через серию получится, что мы уже выйдем к финальным каким-то этим вещам. Зачем ты идешь в ту сторону? Блять, потому что так надо. Ну. Быстро! Чё быстро-то? Поехали! А, вот так вот, да? Окей. Так, вот сундучок заберу. 49 уровень, ебой. Тяжелые афинские поножи. Это наше тайное место. Запретное место запретной любви. Романтики мало. Сомнительное гнездышко. Я нашла лоскуты, ведущие в логово ужаса. Мы должны спешить. Пора найти Лигею. Пять тысяч уж за исследование. Так, стоп-пэ. Давайте мы прокачаемся с вами как нам нужно. А как нам нужно? А хуй знает, как нам нужно. Нам нужно прокачать что? Стрелы-то мы все прокачали. Это прокачали. Ну, вот это можно. Оружие ближнего боя и обычные стрелы будут наносить огненный урон в течение 20 секунд. Цели загораются, когда наполнена их шкала огня. Ну вот этот дэмэдж давайте увеличивать. Хули нет. А чё б нет? Проследуйте за Брис в логово великого ужаса. Тобус пугает Фобуса. Я понял. Мы уже знаем. Да, конечно, нам вот эти руины должны были представить очень красочно. То, что мы так по ущелью туда идем. Что это за место? Здесь нет жизни. Мы во владениях ужаса. Слушай, даже звуки боятся того, что прячет туман. Стало трудно дышать. Даже воздух здесь мертв. Как я... Эти статуи до ужаса правдоподобные. На всех лицах застыл страх. Ужас уничтожает все живое. Превращает в камень и оставляет в вечном страхе. Короче, насколько я читал... Лигея, если... Как похоронить статую, ей не встретить Харона?
Малака! Нужно идти за ней. Короче, суть в том, что вроде как Медуза — это самый сильный босс в игре. Игорь Коньков, вы в комментариях, если здесь есть, напишите, так это или нет. Лигея, это ты! Кассандра, она жива! Да это Медуза орёт, блядь. Нужно попасть внутрь. Но я не вижу входа. И по стенам не забраться. Она должна быть здесь, рядом со мной, в моих объятиях. Конечно, ты конченая, конечно, вообще пиздец. Мы встречались в руинах ужаса. Я припозднилась. Хотела найти Розу, достойную ее красоты. Это все я. Если бы я успела... Вас обеих схватили бы. Но вместе. Ты искала Розу. Подарок. Не жалей о благородных порывах. Спасибо. Что ты знаешь об этом месте? Лигея, дочь Артемиды. Когда-то ее тренировали здесь. Есть легенда о древнем артефакте, который забрали из змеиной ямы. Лигея думала, что он в деревне дочерей на Хиосе. Я найду. Еще есть наемник. Он говорит всем, что убил чудовище. Невозможно. Многие верят. Он может что-то знать. Я проберусь в логово и убью чудовище. А я найду Розу, которую должна отдать Лигея. Вспомнит со временем кто-нибудь, поверь, и нас. Это Сапфо. Мы любим ее. Прошу, Кассандра, скорее. Древняя жемчужина. Так, 33 куска еще получили. Так мы до 50-го дойдем. О, еще одно задание выполнено. 33 куска еще. О. Взят несколько заданий. Так, короче, че. Так, это контракт, это не то. А, вот тени змей. А, найдите наемника и спросите у него о копье, вернитесь к Брис. Найдите наемника и спросите у него копье. Так, окей. А насчет этих дочерей Артемиды, получается, мы уже все сделали с вами, да? Ну, вроде как. Ну, мы же сделали, мы же что-то, вот эту сюжетную линию с Артемидами сделали. И, естественно, у нас уже есть вот этот знак в пещерах. Мы что-то находили, кстати, да-да-да-да-да, я помню. То есть мы уже опередили. Поэтому у меня только одно задание. А дождик вообще кончится сегодня, нет? А где мой конь? Отлично. Ну, это, кстати, хорошо. Это хорошо. Потому что сейчас 14 минут серии прошло. И мы уже, в принципе, вот... Последний квест, получается, выполняем. И уже подойдем к Медузе. А, это неплохо.
Главное, чтобы стрел хватило на эту ебучую медузу, и все будет замечательно у нас. Горный храм Посейдона. 1000 потом. Просто косарик. С того, что мы находим область. А вот и храм на холме. Так, найдите наемника и спросите у него о копье. Короче, ребята, будем месить медузу. Попытаемся ее завалить. Там вроде как нужно что-то уклоняться, прятаться. Разберемся по ходу дела. Но, честно, мне уже чуть не очень страшно, потому что у нас разницы в уровне нету с ней. Она, по-моему, 48-го. Медуза. Следовательно, по дэмэджу будет все замечательно. А если сейчас еще квесты я доделаю, 50-й возьму, буду плюс 2 уровня, как, ну, больше, чем у медузы, то вообще будет замечательно. Но уже вряд ли я буду заниматься прокачкой, конечно, мне это уже не интересно, не нужно. О чем ты? Мы рождаемся во тьме и поднимаемся к высочайшим вершинам, а оттуда вновь уходим во тьму. И воин, и философ. Впервые вижу. Это не философия, это истина. Я открыл ее, познав насилие и рок, и увидев истинное зло. Ты о великом ужасе? Чудовище. Когда оно напало на нас, мы хотели одного — выжить. Копье помогло не попасться ему на глаза. Мне повезло, друзьям нет. Как тебе удалось победить чудовище? Все случилось так быстро. Мы хотели ворваться в храм и загнать его в угол, но оно напало на нас из засады. Времени на раздумья не осталось. Но зачем вы отправились к чудовищу? Люди в масках наняли нас украсть древнюю реликвию из его логова. Культисты. Расскажи, что за вещь вы должны были выкрасть? Кажется, они и сами не знали, что это. Убив чудовище, я хотел обыскать логово, но оно было закрыто. Отдай мне копье. Мы воины. Отдать это копье без боя означает опозорить павших. Время умирать! Зет ушедший. Вроде обычное копье. А, бесконечный цикл. Мне не удалось спасти друзей, спасти женщину. Ловко, будто сама Артемида, она совершила прыжок и нанесла чудовищу смертельный удар. На землю пал какой-то предмет, проклятый артефакт. Женщина коснулась его и оказалась во власти зла. Недуг заразил ей руку, обвил шею. Чудовище вернулось к жизни. Она стала великим ужасом. Замкнутый круг. Убьешь монстра, станешь монстром. Чего, блять? И типа, кто убил медузу, тот становится медузой? Чё, бля? Шебелебекелебе? Так, сейчас перемещение сделаем, сохранимся. Это как так-то? Это как так-то? Не пойму, типа, медузу же убивали, нормально, никто не становился медузами. Не гоните мне тут, не гоните. Гнать не надо. Так, хорошо, сохраняю я игру. 5 октября. И поехали, погнали. Поехали, погнали. Наемник ничего не знает. Он не заходил в логово. Зря потратили время. Лигея ждет, а мы ничего не добились. Как? Не совсем. У наемника было копье. Он говорит, что убил им ужас. Нет, нет. Тварь забрала Лигею. Ужас не мертв. Даже сейчас он в логове. Возможно, мы просто чего-то еще не поняли. Ты нашла путь внутрь логова?
Лигея была права. Дочери Артемиды охраняли этот диск? Ключ, это... Мы сможем пройти внутрь. Опа! И ты ранила кого-то из дочерей, выкрав диск? Ха, в насилии не было нужды. Дочери Артемиды ничего не заметили. Тюхи на нашей стороне. У Лигеи есть шанс. А я, кстати, реально никого не убивал, потому что я уже был их лидером, и они меня не реагировали на меня никак. Воу! Сейчас у нас будет жестко! Жестко будет, блядь! Меня аж даже немножко это... страшненько мне даже, страшненько реально, потому что я хуй знает, что там сейчас будет. Я не видел геймплей против Медузы, не смотрел прохождение. Будем разбираться по ходу. Так. Задание выполнено, скользкое дело. Сколько еще? 30 кусочков мне? Новое задание, великий ужас. А, ну это все, последняя цепочка. Повезло, что мы заранее нашли этот ключ. Брис, ты не понимаешь, что... Брис! Хуяси, змеи тут жесткие. Три удара, и я труп. Рассерженные змеи. Дурной знак. Вообще не видно, я этих змей не вижу ни хера. Чё за нафиг? А вниз можно спускаться? Я потом выберусь. Надеюсь, выберусь. Ёбаные змеи, блядь! Какие же недушные. Чувак хотел забрать денежки. Я окаменел. Ну так бывает. Как говорится, жадность фраера разгубила. А, да, здесь уже лазить можно. И что-то здесь... Солнышко уже. Странно, да? Видите, небо более чистое. Ладно, в пизду, я это не буду, эти кувшинчики лутать, я буду только эти. Сундуки такие фиоловские. Тоже хотел забрать сундук, сука. Это мой сундук. Тут, короче, ресурсы такие, типа, редкие. Не то, что редкие, дорогие, я бы сказал, ценные, наверное, ресурсы. Блять, там внизу фиол еще. Лишь одно существо превращает жертв в камень. Так, ну все. Я слышу тебя. Посмотри на меня. Прошу, взгляни мне в глаза. Так что, получается, этот Лигея превратилась в шаурму, эту ебаную, блядь, окаменевшую. Или нет, или да. Я что-то до конца так и не понял. Суки, суки, суки. Ебучие змеи. Твари. Без боя не сдамся. Где еще змея?
Ага, вижу. Так, ну что, мы дошли, что ли? Вроде дошли. Уа! Это нихуя не Лигея. Нет. Лигея. Это я. Брис. Пизда. Брис! Ой-ой-ой! Что делать? Что мне делать? Убейте медузу, а как ее убивать? Так, хорошо, понял. Ебать, она жесткая. Так, ну я вроде понял, как с ней, что делать. Давай-ка взорвем. Так, вы можете стрелы подобрать? Да, вон сколько стрел подобрали. Бля, ну короче, она душноватая, но не такая уж сложная. Я думаю, будет сложнее. Главное поджигать. Это самое надежное. Что с ней можно делать? Так, надо ее кинжалом пырнуть. Ну-ка иди сюда. Так, пошла вторая фаза. Сейчас опять мне этих своих петушков будет насылать. Надо набить адреналинчик. Так, почти.
Почти. Почти, почти, почти. Эй, сука! Сука, шаурмике! Бикавале батато рокотото! Сто тридцать, нахуй, не хочешь? Мразь. Так, ну опять. Ну это уже последний раз вроде как она своих шков насылает. Так, взорвем. Отлично. Ну ах ты мразь. Воу, я могу так уклоняться, я не знал. Что ж ты, сука, такая, блядь? Бля, 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 мне надо это выживать. Ага, уже неплохо. Я тебя убью нахуй сегодня уже, нет? Ебучая ты пизда. Артефакт и превратилась в эту тварь. Ебуй! Помнит со временем кто-нибудь, поверь, и нас. В стиле Персея достижение получено. Доступно сражение. Хуяси. Носовая фигура Медуза. Меч Персея. Как-то так, ребята, как-то так. Ну, давайте уж тогда на Китиру отправимся, раз у нас полчаса-то прошло. Так, а на Китира, Китира. Китира это у нас где? И что нужно сделать для Китиры? Так, Китира ищем. Лемнос, Хиос, Лесбос, Тассос, Кефалиния, Аркадия, Милос. А вот, остров Китира. Вот он. Так, а кто у нас на Китире-то? Циклоп, что ли, будет, наверное? Сейчас загуглим сразу. Так, артефакт на Китире. Ключ... Ага, ключ-диск. Артефакт Китира, циклоп. Чтобы получить этот артефакт, вам нужно открыть цепочку квестов «Лестница к Олимпу», но для этого пройдите задание «Семейная связь». Для начала найдите
Эмпедокла, отправляйтесь на остров Китира, а затем на холм Паломника. А в северо-западной части этого региона, рядом с утесом, вы найдете Эмпедокла. Спасите его и дайте ему свою одежду, после чего следуйте за Эмпедоклом, пока не придете к циклопу. Убейте его, и вы получите дисковый ключ. Так, по карте смотрим. Чуть нихуя непонятно здесь. Холм паломников. Так. Вот кузнец выше вот сюда вроде как. Вроде как сюда. Короче, Эмпедокл нам нужен. Эмпедокл. Как он? Бог среди людей? Но это не то, тот квест. Ладно, все равно хуй с ним. Вроде бы туда. Разберемся. Возможно, знаете, как мы сделаем? Мы с вами сделаем следующим образом. Мы сейчас все квесты сделаем к циклопу, если они долго будут. А под циклоп на следующую серию оставим. Воу. Все, что ли? А вы выебывались. Скорее всего, так и получится. То есть в этой серии медуза, в следующей серии в начале будет циклоп. И уже будем заканчивать вот этот квест Врата Атлантиды. Вроде как, первая глава закончится, а потом, в DLC будет продолжение. Так, где этот Эмпедокл, блядь? Что здесь происходит? Хвала Эмпедоклу, Мистия! Я не опасен, в отличие от этих жриц. Помоги, мой бог велик и богат! Его бог Малака, оскверняющий святую землю Афродиты. Жрицы справятся без тебя. Богат, значит? О, да. Эмпедокл вознаграждает по заслугам. Эти жрицы заточили его в крепости. Он бог и достоин поклонения. Тебе угрожает толпа, но ты хочешь, чтобы я спасла его, а не тебя. Лишь Эмпедокл может привести нас к своим братьям и сестрам на Олимп. Он намного важнее скромного слуги. Ты ведь не собираешься помогать этим безумцам. Это против воли Афродиты. Ой, блядь, а ты ее спрашивал? Если устами говорит Афродита, тогда моими все три головы Цербера. Пора спасать бога. Наверное. Как знаешь, Мистия, но даже ты не можешь быть в двух местах разом. В смысле? Мне страшно. Хочешь узнать еще что-нибудь? Когда будем есть? Мне все ясно. Я выз... За меня не беспокойся, Мистия! Вот он где. А, Эмпедокл это не он. Эмпедокл это чувак, который в крепости сидит. Я понял. А... Кстати, это же спартанская земля.
Тут есть этот чувачок, чупачок, да, это спартанский. Как его мне? Печать же еще надо собрать. Крепость Микс. А, вот он, полимарх. Мне полимархи нужны. Ладно, зачистим крепость, хули нам. Ебать, у вас тут смысл дырки. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Тут еще кто-то за мной вышел, наемник вон. Пытается меня что-то тут найти. Я ему говорю, не надо, он и... Я говорю, не надо, он все равно идет. Представляешь? Так, полимарх, припасы, сундуки, все понятно. Все, все как обычно, все по стоку. То есть ничего придумывать здесь не надо. Сейчас все подлутаем, почистим. Квест заодно выполним. Я же не хочу стрелы тратить. Как же удобно, что, блядь, не надо доставать этот ебучий факел. Очень удобно. Еще один сундук надо где-то найти. Я его что-то даже не видел. Где еще один сундук? А, понял. К этому чувачку надо идти. И полимарх. Это что-то тут не так. Да вообще все не так. Ah!
Ой-ой-ой. А как я так проебал? В смысле, а как я проебал этот огонь? Пиздец. Ну все, крепко зачищено. И все ваше подкрепление? Ну, что-то слабоватое подкрепление, если честно. Я думаю, будет страшнее. А, вон бегут, я вижу. Все понял. Теперь понял. Но они сегодня в ту сторону бегут, если что. Видите, жалкие смертные, меня, Эмпидокла, не удержать в клетке. Поклонитесь, и я приведу вас к богам. А, он убежал, да? Где он, блядь? Не нужно меня благодарить. Вполне хватит звонкой монеты. Мне? Тебя? Здесь? И без зрителей? Нет, 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 дорогая. Так не пойдет. Нашему спектаклю не хватает самого важного — зрителей. Встретимся у моей статуи, там и поговорим. Там, откуда я пришел, все по-другому. Людей не убивают за их веру, их уважают. Мы уважаем богов, а не тех, кто мнит себя богами. Мир полон вражды, но и любви тоже. Примите ее, примите меня, и тогда я представлю вас своей семье. Богам! Я хуй знаю, что здесь говорить. Если бы все голые узники становились богами, пантеон давно бы переполнился. Может, Эмпидокл бог, а может и нет. Но это не он забил юношу насмерть. Я пойду за тобой. Братья, сестры Китеры, за мной! Тем, кто предал Афродиту, не избежать кары. Пусть ты и не веришь, что я бог, Мистия, но в тебе точно есть что-то божественное. И труд богов не бесплатен. Конечно. На что еще мне тратить деньги? На одежду? Одежда была бы кстати. Ты боишься моего естества. Но нам нужно обсудить кое-что еще. Помогу. Часто ли выпадает шанс помочь богу? Идем, воительник. Но сперва... Богом краткости тебя не назовешь. Статуя страшно на меня похожа, правда? Страшно, это верно. Нужна помощь? Богам ни к чему помощь! Но все же у меня трудности с братьями и сестрами. С богами? Семейные дела. Когда я прибыл в Китеру, меня бросили в темницу за мою веру. Украли лиловые одежды, и с ними очень ценный диск. Ключ от семейного дома. И ты хочешь вернуть его? Еще бы! Диск — это ключ. Боги никого не ждут. С терпением у нас плохо, да.
Похоже, диск важен. Нашла. Бог среди людей. Задание выполнено. Поторопись! Найдите ключ для Эмпидокла. Ну, идем искать. Эта краска воняет, как гнилые пёсьи кишки, но я выгляжу, как бог. Так, давайте вы, блядь, с меня не лезьте, нахуй. Ебучие бомжи. Старый юнец, блядь. Блять, серьезно говорю, отъебитесь от меня. Все, что ли, блядь? Заебали. Культиста? Тебе конец. Это кто такой? Это кто такой был? Эскеси легенда. А, еще есть центральный культист, призрак космоса. О! Я главаря ёбну. Он никогда не сражался под чьими-либо знаменами и мог проникнуть туда, куда любому солдату путь был заказан. Такой человек был очень полезен для культа. К тому, кто противился его воле, Эксеки мог подобраться, не вызывая подозрений. Не раз он выпивал и выселился в компании врагов культа, которые на следующий день бесследно исчезали. А я не знал, что среди наемников есть культисты, которые хотят меня убить. Давай за мной! Ой, немножко, конечно, трупов тут я усеял. Еще один культист. Ладно. О, какая походка и уверенность. Не зная обратного, решил бы, что в Китере два бога. Я нашла диск. Хвала мне! Я направлял твою руку. Конечно. Встретимся с богами. Я познакомлю тебя с семьей. Будет интересно.
В этом, милая Мисти, можешь даже не сомневаться. Минутку, я обращусь к зрителям. Ликуйте, ведь я, ваш скромный бог, познакомлю вас со своей роднёй. Афина ждёт тебя. Арес хочет увидеть тебя. Много обещаешь. Не веришь мне? Сначала выведи нас к морю. Оно, кстати, за спиной. Как ты смеешь? Я бог! Бог! Кто я? Бог. Убедительно. Наша цель — Каримский залив и все его тайны. Встретимся там, и ты все увидишь. Там вся твоя родня? Жду не дождусь. Лестница к Олимпу, наконец-то. Где тут еще наемник? Я хочу еще добить до пяти наемников. Вот он, да? Что, еще есть наемники? Давайте еще. Или мне нужно всех жителей начать резать, чтобы, короче, они повылезали. Я фиг его знает. Так, ладно, давайте на всякий случай откупимся. 3 куска дадим. Так, и... вот сюда мне куда-то надо... Вот, остров Физбы. Остров Физбы. Хорошо, а как мне доплыть до острова Физбы? А, вот отсюда, наверное, да? Ну да, близко довольно-таки. Вот сюда поехали. Сейчас к кузнецу надо зайти еще. Прям надо бы. Зайти к кузнецу по-хорошему бы. Надо бы зайти к кузнецу. Где этот кузнец-то? Кузнечик. По-моему, тут был рядом, нет? Мне казалось, что он прямо здесь где-то. Ага, вот он. Как раз по пути на пристань. Сейчас сольем ему весь хлам. Отправимся на остров и на острове сохранимся. И там закончим. Вы же не против? Я надеюсь, вы не против. А то следующая серия начнется у нас прям с циклопчика. Клопчика, циклопчика. Опа. Только лучшие товары. Во-первых, дай мне ресурсы. Ой. Единорог. Ой, а все купить? Скидка 50% на покупки. Вот так вот, ранг 8. Так, хорошо. Что у тебя есть? У тебя говно, я понял. Так, а продать. Продать все товары. Разбираем. Можно продать. Давайте до 250 сейчас добьем. 250 добиваем. И начинаем разбирать. Давайте копить немножко. Так, 230. Наверное, не хватит. Или хватит. 236, 237, 238, 240. Ой, быстро пошло, быстро. 250к, давай. 250. Все, 250 тысяч. Остальное все разбираем.
Так, что можно улучшить? Чем я с вами сейчас пользуюсь? Я пользуюсь вот этими кинжалами, но мне нужен лук. Лук 45-го, надо бы поднимать. Надо бы поднимать, надо бы поднимать. Лук точно надо поднимать. Способности охотника 16% от огня. Ну, давайте наш сет тоже поднимем, что ли. Хули нет. Не хватает шкур, прикинь, чтобы сапожки улучшить. Ну ладно. Давайте хотя бы тогда меч улучшим. Так, короче, смотри, что мне нужно? Мне нужна гравировочка. Гравировочка. Что у нас по гравировке? Показателям брони и здоровья. Обычные стрелы. Хорошо. Что здесь? 16% от огня. Вот здесь можно на что-то еще более крутое заменить? Урон убийцы. 20% критического урона. 20% от огня. Ну это же лучше, правильно? Я так думаю. Ну да. 20% от огня плюс 25% урона от попадания в голову. Все, отлично. Так. Заменяет обычные стрелы на горящие. Можно активировать скилл, в принципе, и зажигать, но это неудобно. Процент урона от огня и мощности огня. Убительный выстрел. Дыхание под водой. Обычные стрелы на отравленные. Пробивание брони. Кстати. Ладно, это не будем углубляться. Тогда удачи. В принципе, чуть-чуть подкачались к циклопу, но чтобы попроще было. Так, а где у меня, блядь, пристань? А, вижу. Конечно, очень... Блять, такая интрига, глянуть этого циклопа хочется. Потому что мы дополнительного циклопа-то убивали. А это другое, это должен быть покрупнее и получше. Есть с чем сравнить, как говорится. Ну блин, серия уже за час зашла. Всем занять свои места! Знаешь, что я расскажу? Я, кажется, совсем недавно узнал, что почему-то Chrome грузит в 3 раза быстрее. Точнее, даже не так сказать. А Firefox, которым я пользуюсь для... Ну, логинюсь отдельно на игровой канал через Firefox, потому что остальные каналы у меня на другом браузере, на Chrome. Вот. И, короче, почему-то... Я все думаю, блин, так долго гружу, наверное, серии много весит. Ну, там по 15 гигов, да, видос я закидываю, там... Вот, большой битрейт и длительность большая, 2К. Ну, короче, думаю, ну, наверное, так должно быть. А потом что-то диспетчер задач смотрю, у меня загрузка, отдача 30 мегабит. А у меня сотка, короче, тариф стоит. 30 мегабит, я думаю, что за нахер? В хроме пробую, в хроме сотка. В 3 раза быстрее. То есть я всю жизнь буквально грузил в 3 раза медленнее, чем мог бы. Ты понимаешь? Как это так? Почему никто об этом не сказал? Да, разъебем. Да, разъебем. Иди сюда. Иди сюда. Ой, бля. Ой, бля, тебе пизда. Тупи пизда. Они хотят нас протаранить. Сожжу вас, мерзавцев. Ну, твой кораблик мелковат. Не, давайте прям внутрь заплывем сюда вот в бухту.
перевести дух! А, я уже Принцы, опять в бою. Навались! Окей. Принцам пора отдохнуть, капитан! Быстрей! Давайте абордаж сделаем. Абордаж! Отправим их к Посейдону! Тоже больно, они охуели. А что, так можно было? На корму? Абордаж завершен. Отлично. Бля, еще плывет, сука. А че так, блядь, целый корабль мы с вами грабим, да? И 26 дерева забираем. Ну как так? Ну почему нету больше? Так, найдите Эмпидокла в пещере забытого острова. Его можно найти на острове в Каринском заливе, что к югу от Фатиды. Врата находятся под водой в пещере забытого острова. Это место называют островом Физбы. А что за чувак здесь вот тут на острове? Ты кто? Кто, блядь? Что с тобой? О, хвала богам, ты здесь! Что случилось? Пираты убили... Я найду твоего брата, моряк. Я не моряк, я плотник. Интересно. Я был корабельщиком. Латал дыры размером с кулак по... Договорились. Мы найдем их и спас... Пиратская жизнь, новое задание. Ну, это уже потом мы разберемся с этими пиратами. Пещера забытого острова. Так, что, давайте сохранимся. Блять, хочется зайти туда, хочется зайти. О. Ну, оставим интригу на следующий. Красочный, кстати, остров. Так, все, я пометил. Давайте еще раз сохранимся. Вот так вот получилось. Довольно продуктивненько, я бы сказал. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также писать любые комментарии, на которые я обязательно отвечу в самое ближайшее время. Ну а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.